Так, переходим в советскую. Вот сегодня Юлька у нас тут рядом. В час пик в городе лучше не быть. Людей море. Поэтому решили пройтись. А куда мы сегодня, Юля, идем? На концерт на какой-то. Юля нашла билеты. Мы сегодня решили культурно-массово просветиться и пойдем в ГЦК. Ага. Так, пойдем в ГЦК на концерт. Это улица какая у нас? Улица Тельмана. Вот немножко снимем улицу Тельмана, пройдемся сейчас и назад вернемся. Вернее, туда. Ты же отвлекся от концерта, не дал мне даже. А, извиняюсь, давай рассказывай, продолжаем. Раздобыла билеты на концерт «Мировые рок-хиты» в исполнении симфонического оркестра. Угу. Вот. Пойдем, сходим. Причем там какая-то будет новинка, лазерное шоу. Будет даже лазер сопровождать все это. Ну, лазер опасно. Так, улица Тельмана, ладно. 14 Трест. Строительный. Да. Да. 10 лет назад. Раньше же автобусы сюда и ходили, по Тельмана. А сюда все 17-е на Волтову ехали. И вот остановка здесь была. Вот, видишь, плитка тротуарная. Вот. Здесь остановка была. Мы здесь все собирались. Стояли, ехали, тут такая еще дорога была, ямы, постоянно ехали. Ну, это времена, когда еще, скажем, и карусы были желтые. Тельмана на улице, почему не поснимать? Вон, обратить внимание можно. У всех тарелки. Этот дом весь в кондиционерах. А что в этих тарелках, я не могу понять. Ну, это ж спутник. Ладно, тогда... Проезд Книжный. Вот, поехали. Новое тогда. Здание какое-то интересное вон там. Пошли тогда сюда. Пинефть. Пошли тогда сюда, перейдем уже. Тельмана мы показали чуть-чуть. А это проезд Книжный. Это улица Книжная тут получается. Книжная, да. Тут, кстати, СИЗО. Знаю. Города. Он уже цветет что-то, яблони или что это? Это? Возможно. Или... Ну, нормально. Вот я знаю, что здесь, где-то на улице Книжной, вот в этих домах, был маленький магазинчик от 8 марта. Я знаю, что моя бабушка все время покупала здесь. А вот, кстати, вот он просто переехал. Да, да. И здесь частенько продают, кто огородами занимается, нитки из остатков. Подвязывать малину и прочую судовину. Вот улица Книжная. Книжная 9. А это следственный изолятор. Шнурки который... плохие, надо менять. Вот, так, слышишь, такие сапоги и шнурки плохие. Так подожди. Ты... Так а что ты, сядь на бордюр. Какой бордюр? У меня там даже носочек съел. Ну, вот тебе шнурки твои, Юля. Шнурки скользкие здесь. Нехорошие тут шнурки. За такие деньги сапоги дорогие, сумка дорогая, все, все скользкое у тебя. А вот это опять улица Тельмана. Это она же, что будет опять. Ну, я думал, это все улица Книжная должна быть. Машина едет, давай на ту сторону. А, уже она проехала. Наверное. Так, а это у нас что такое? Тоже отделение. Проезд ворота. На территории.